Друзья, всем большой привет! С вами Настя, и вы на канале Toscana Bags. У нас сегодня необычный формат ролика. Я приглашаю вас прогуляться по нашему шоуруму, посмотреть, какие появились новинки, посмотреть, что на полках, возможно, часть сумок примерить, ну и вообще узнать, что у нас здесь интересного. Давайте начинать. Ну что ж, начнем мы с первого стенда. Он стоит у нас прямо при входе. Здесь у нас, конечно же, лето-лето. Мятный в сочетании с яркой фуксией, с белым. Очень такие летние, насыщенные сочетания. Сразу, кстати, подсказывает, что можно носить и что с чем миксовать. В наличии, конечно же, сумки абсолютно разные. Есть и из зернистой кожи модели, и другие. Например, вот здесь из кожи Софьяна. Покажу вам поближе. Есть из гладкой кожи. Сейчас давайте с вами что-нибудь примерим. И хочу пока еще рассказать про сменные ремни. Они тоже здесь представлены. У нас раз в сезон меняет визуальное наполнение шоурума наш стилист и продумывает как раз все вот эти сочетания, чтобы вы могли подобрать сразу к ремню, к сумке, например, аксессуары, монетницу и составить свой стильный образ. И обратите внимание, есть абсолютно разные модели. Миниатюрные, вот такие кроссбоди, что-то побольше, например, сумка-седло или вот такая модель. Ой, вместе с подставкой взяла ее нечаянно. И есть более объемные, потому что объемные сумки нам всегда нужны, даже летом. Например, вот такая на плечо, очень удобно. Взял и пошел. Или вот более летняя модель с плетеной ручкой, такой ручкой-косичкой, тоже на плечо. Носим. Все сумки мы с вами, конечно же, сегодня не примерим. Это просто физически невозможно. Видео иначе будет идти целых 3 часа. Если вас какая-то модель заинтересовала, то вы можете написать нам в комментариях, и мы подскажем по поводу ее стоимости. Я сейчас хочу показать пару новинок из недавнего поступления. Вот такая сумка немножечко напоминает седло. Ее можно носить на плече или в формате кроссбоди. Здесь есть сменный ремешок в комплекте. Тоже вам покажу, так, чтобы было видно. Вот так она выглядит. Здесь у меня белая. Есть также вот такая яркая фуксия. И там у нас чуть-чуть подальше, в глубине шоурума, они есть еще и в других цветах. 7970 рублей стоит вот такая сумка из нового поступления. И вот еще одна летняя, абсолютно очаровательная, с такой драпировкой на клапане из зернистой кожи. Тоже можно носить в руке, на плече, или здесь ремешок регулируется, тоже можно кроссбоди ее надеть. И по стоимости она, кстати, также 7970 рублей. Вот такая замечательная модель. Интересные кисеты тоже, мне кажется, стали хитом этого лета. Выглядят вот так. Здесь у меня белые, но на самом деле их палитра очень большая. Посмотрю цену. 6460 рублей. Вот такие кисеты из зернистой кожи. У них, кстати, в комплекте есть еще и цепочка сменная. Ну что ж, друзья, двигаемся дальше. Следующий стенд у нас немножечко в мыслях о море. И немножко напоминает нам, что джинсы и вообще джинсовый цвет – это очень универсальный цвет. И что сочетать можно практически с любыми цветами. Здесь красивый и нежно-голубой, и такой вот более, значит, насыщенный джинсовый. И вот этот темный такой navy blue тоже представлен. Тоже абсолютно разные форматы сумок. Есть и модели, с которыми можно легко пойти в офис. Например, вот это. Или сейчас перебегу. Еще вот такая сумка тоже насыщенного темно-синего цвета. Либо взять вот такие сумки на плечо или в формате кроссбоди, чтобы носить летом с джинсами и красиво их тоже сочетать. Давайте с вами что-нибудь примерим. Хочу показать, наверное, вот эту модель. Наш такой бессменный хит. Представлена у нас в огромнейшем количестве цветов. И на самом деле каждый сезон ее прямо любят наши покупатели и активно выбирают. Приятная цена, 4950 рублей, вот такая сумка кроссбоди, удобно ее носить. И, кстати, ее можно сочетать еще и с широкими ремнями. В этом году мы выявили эту формулу, я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. В комплекте здесь идет ремень формата 1 сантиметр шириной, а у нас в ассортименте есть еще ремни 3, 4 и 5 сантиметров из кожи. Как вы видите, цвет просто идеально совпадает.
И всегда эту сумку можно надеть на более широкий ремень. Смотрится она более акцентно и выглядит чуть интереснее. Тоже покажу вам пару моделей из недавнего поступления. Вот такая новинка нашей весны. Сумка немножечко напоминает конверт. Выполнена она из зернистой кожи. Я, кстати, напоминаю, что все сумки у нас производства Италия. Это регион Тоскана. И вот такая модель. Здесь в комплекте два сменных ремешка. Один из них более короткий. Носим в руке или надеваем на сгиб локтя. И второй, смотрите, он такой широкий. Как раз то, о чем мы с вами говорили, когда широкий ремень добавляет веса сумке и делает ее более акцентной. Здесь вот он как раз представлен в ширине 4 сантиметра. Очень стильной сразу становится эта модель. Такая на каждый день, с джинсами, с футболочкой. Мне кажется, то, что нужно. На лето, я не помню, я сказала, 6960 рублей ее стоимость. И вот такая модель. Наш на самом деле хит. Тоже в разных цветах она представлена. Здесь вот такой нежно-голубой. Мне безумно нравится, как это смотрится в сочетании с золотой фурнитурой. Выглядит очень нежно, очень эстетично. И здесь вот такая ручка есть в комплекте, более короткая. А есть еще одна длинная, чтобы носить в формате кроссбоди или просто на плече. На плечо также можно надеть с этой ручкой. На сгиб локтя. Такая модель, чтобы отправиться на прогулку, куда-то в театр. Очень женственная. Стоимость ее 7470 рублей. Следующий стенд и следующее красивое сочетание цветов. Молочный, тауп и ярко-зеленый. Вообще молочный, мне кажется, хитом весенне-летнего сезона. Он смотрится очень дорого, сдержанно, благородно, даже на контрасте с белым. И мне кажется, если белый вы еще не решились добавить в свои комплекты, потому что вам кажется он слишком ярким, то всегда можно посмотреть в сторону молочного. Тоже у нас есть некоторые новинки. Вот эта сумка была у нас уже в ассортименте. Многие ее знают, многие ее любят. Она такая аккуратненькая. Вот про нее действительно можно сказать, что это сумочка. Такая небольшая. Подскажу сейчас стоимость. 5950 рублей. И появилось наличие еще и вот в таких летних цветах. И молочный, и таут, и вот такой ярко-зеленый. Что еще здесь есть интересного? Например, вот такая сумка седло, что-то тянет меня к молочному, я думаю, вы заметили. Тоже зернистая кожа в сочетании с золотой фурнитурой. Здесь еще такая достаточно анатомичная форма настоящего седла, действительно ее напоминает. Ну и смотрится очень красиво, сейчас примерю. В комплекте, конечно же, есть еще и сменный ремень, чтобы носить сумку в формате кроссбоди, но на плече она особенно стильно выглядит. Сумки, про которые мы с вами говорили, я не собрала, что их очень много цветов, это действительно так и есть. Еще хочу показать из интересных новинок. Вот такая модель с акцентным поворотным замочком золотым. Так вот он выглядит. Здесь тоже в комплекте длинный ремень, который регулируется, поэтому эту сумку можно носить и кроссбоди, и на плече в длинном варианте, и на плече в коротком, потому что отрегулировать его можно по-разному. Ну и смотрите, какие красивые сочетания еще и с текстильными ремнями. Можно их к любой сумке из этого стенда подобрать. У нас всегда есть готовые формулы. 1890 рублей стоят текстильные ремни. Но также есть и кожаные, абсолютно разной ширины. Вот здесь представлены 5 сантиметров. Такие ремни у нас стоят 2490 рублей. Многие любят, кстати, сумки с такими короткими ручками сверху. И вот из недавнего поступления, тоже в молочном цвете, с золотой фурнитурой. Вот такая модель. И очень схожая, но с акцентной пчелкой. Пчелка здесь не просто так, она работает еще и замочком на этой сумке. 7470 рублей. Вот такая вот сумка. Мы с вами пробрались в самую глубь, в самое сердце нашего шоурума. Здесь у нас касса. И вот рядом с кассой такие интересные аксессуары. Давайте посмотрим на монетницы. Это, конечно, любовь этой весны. В том числе и моя. Я уже себе такую приобрела. Тут вот, кстати, как у меня точь-в-точь нет. Они, видимо, есть на складе. У меня с крупным леопардом, но здесь всякие разные, видите, анималистичные принты. Есть и сменные ремни, тоже
как я уже говорила, в разной ширине. Вот это 3 сантиметра ширина. Это 4. Можно увидеть, как смотрится на контрасте. И сейчас разворот. Вот здесь 5 сантиметров ширина. Как вы видите, ремешки сочетаются по цвету основным материалом наших сумок, поэтому к любой сумке из зернистой кожи можно сменный ремень подобрать. Так, сверху у нас тоже монетницы. Здесь они уже выполнены из зернистой кожи. Разные цвета, тоже тон в тон к сумке или что-то контрастное. Всегда можно такую вот медальку золотую, например, или серебряные где-то здесь были повесить. И вот такое новое поступление. Брелоки. Оттиск Вера Пелли. Красивая строчка. И они выполнены из кожи буффало. На самом деле очень красивый подарок как женщинам, так и мужчинам. Можно порадовать. И хочу еще показать тоже то, что есть в шоуруме, но чего нет на сайте пока что, по крайней мере. Вот такие косметички, выполнены из натуральной кожи. Производство та же самая фабрика, где и наши сумки делают. Ну вот можно для мелочей или для косметики выбрать себе такую вещь или сделать кому-то отличный подарок. Друзья, ну у нас огромный ассортимент. Мы с вами прогулялись уже по центральной части нашего шоурума. А теперь предлагаю повнимательнее остановиться и рассмотреть, что же на полках. Как я уже сказала, моделей много, и цветовых решений тоже очень много. Вот эту сумку мы с вами уже рассматривали, а здесь стоят ее подружки-сестрички других цветов, поэтому можно выбрать себе под свой гардероб подходящий. И всегда хорошо, когда они сразу стоят все вместе, можно примерить, посмотреть и решить, какую вы выбираете сегодня. Вот эту модель мы тоже с вами смотрели. Посмотрите, в каких она еще есть вариациях. Красная, белая. Вот здесь черная классика также представлена. Тоже замечательно. Хочу показать еще немножечко преображенную модель. У нас уже была вот эта сумка багет в ассортименте ранее. Я думаю, что многие с ней знакомы. И раньше у нее сменный ремень не регулировался. А теперь в новой поставке она приехала вот с таким широким и регулируемым сменным ремнем. Поэтому носим тоже на плече, носим в формате кроссбоди, потому что сумка стильная, багеты из моды не выходят никогда. Я хочу стоимость подсмотреть, чтобы вам сразу подсказать. 7350 рублей. Ну и цвета вы видите сами. Есть разные. У меня вот здесь белый, есть тауп, молочный, вот здесь рыжий, красный и черный. Я показала на широком сменном длинном ремне, но на самом деле в комплекте есть еще и короткий, чтобы носить именно как сумку-багет. Что мы еще с вами не посмотрели? Ну, хочу остановиться вот на вот этой красоте, на этом очаровании, потому что очень красивая комбинация цветов в этих сумках. Здесь такой нежно-голубой с темно-синим, а здесь черный с молочным цветом. 7450 рублей. По стоимости вот такая модель. Но, кстати, представлена еще и в просто черном и красном вариантах. Ну и ремней мы уже вкратце коснулись на предыдущих наших стендах, но я хочу показать вам на самом деле, какой у нас огромный выбор. Хочу обратить внимание, что есть и фурнитура в цвете светлое серебро, есть фурнитура золотого цвета. Вот здесь у меня представлена латунная фурнитура для сумок в винтажном стиле. Поэтому можно подобрать к абсолютно любой фурнитуре на сумке. И также, например, совместить с цветом кожи. Вот здесь есть ремни с кожаными наконечниками. Они не все такие. Есть и обычные. Вот здесь можно увидеть те, которые обычные. В общем, поиграть и составить интересные комплекты, стать самому дизайнером своей сумки, конечно же, может каждый. Расцветки тоже представлены разные. Есть и этнические принты, которые напоминают нам какие-то народные узоры. А есть и анималистичные принты. Я знаю, что очень многие любят. А леопард. Вот здесь у нас
наверное, тигр. Леопарда очень много вариаций. Есть и зебра цветная. Есть геометрия. Вот здесь немножечко отсылка к стилю преппи. В общем, сочетания разные, цвета разные. И ремень — это всегда такой хороший способ добавить какого-то настроения сумке и составить интересный образ в том плане, что мы берем ремень, мы берем сумку. Сумка у нас, допустим, оранжевая. И остальные части образа мы подбираем под этот ремень. Сразу образ выглядит продуманным. Ну и какой магазин без скидок? У нас здесь целый стенд. На самом деле модели по приятным ценам у нас еще немножечко рассредоточены по всему шоу-руму, поэтому всегда можно наткнуться на ценничек со скидкой 20% или 25%. У каких-то сумок даже побольше бывает. Все модели, которые у нас выходят из ассортимента, их поставок больше не будет, и мы их распродаем по очень приятным ценам. Давайте что-нибудь прикинем, посчитаем. 6960 стоят вот такие сумки полумесяца, и со скидкой 20%, соответственно, будет чуть больше 5000 ее стоимость. Здесь вот у нас, например, такие сетчелы из зернистой кожи со скидкой 25%. Давайте тоже посмотрим. 8480 – это полная цена без скидки. Так, 25% – это у нас примерно 200. Ой, высшая математика. 6300 в районе этого будет стоить такая сумка со скидкой, что очень приятно. Мои любимые модели – это сумки Толт из гладкой кожи. Мне кажется, они абсолютно универсальные. В том плане, что носить их можно и в офис, и будут они выглядеть стильно. И в повседневной жизни. Тоже такой сдержанный, элегантный, очень лаконичный стиль. И здесь, конечно, еще сразу же влюбляет в себя вот такое вот красное оформление подкладки. Но здесь не подкладка, здесь просто красная кожа внутри. Сумки у нас все набиты бумагой специальной, поэтому мы их сегодня с вами не распаковываем. Вот, и эта модель тоже по очень приятной стоимости. 20% скидка. Так она стоит 7670. По-моему, 6135. Помню я даже ее стоимость. Она выходит со скидкой. В общем, можно себе подобрать сумку, которую вы будете носить и сейчас, что очень приятно. Часто хочется взять сумку и сразу ее выгуливать, а не откладывать в шкаф, в долгий ящик. И можно купить что-то на будущее, можно собрать ту самую базу, потому что моделей очень-очень много. Ну что ж, друзья, первая часть нашего обзора подошла к концу. Обязательно напишите в комментариях, как вам такой формат. Мы будем очень рады вашим лайкам и подпискам на наш канал. Совсем скоро выйдет следующая часть, где мы покажем оставшийся ассортимент сумок. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу стоимости той или иной модели, обязательно напишите их в комментариях, мы на все ответим. Ну а вас я приглашаю самостоятельно посетить шоурум, все примерить, все посмотреть и ощутить этот опыт вживую. Записаться на посещение шоурума вы можете у нашего менеджера или на сайте. Ну а для тех, кто из других городов, напоминаю, что на сайте также доступен полный каталог наших моделей. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатной, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. Ну а я прощаюсь с вами до следующего ролика, где мы посмотрим вторую часть нашего шоурума.